Сегодня день памяти нашего великого учителя, праведца храма Занга. Прошел год со дня смерти. Еще Будда говорит своим ученикам, что еще до него на земле было много Будд. Они приходили в этот мир и меняли его силой своего просвещенного разума. Я считаю, что одним из этих Будд был наш великий учитель. То добро, которое он оставил людям, в нашей школе, Винчун, будет вечным в нашей памяти. Светлая ему память.